С 1 января нового года некоторых работающих жителей края обяжут подтверждать квалификацию. Это касается тех, кто занят в муниципальных, государственных учреждениях или компаниях с государственным участием. Знания будут оценивать независимые эксперты. Методические центры создаются по всей стране. Сейчас в крае работает 6 подобных отраслевых организаций. Для более плодотворного сотрудничества представители власти региона подписали соглашение с Национальным агентством развития квалификации. Система профессиональных стандартов – своеобразная экзаменационная площадка, где можно будет подтвердить квалификацию в различных профессиональных областях. Независимую оценку уже прошло более 360 наших земляков. Теперь, по словам экспертов, эти сотрудники могут претендовать на более высокую заработную плату, и им будет проще выиграть конкуренцию за рабочее место на рынке труда. Мы чего ждем от совместной работы? Это, конечно, эффективного развития инфраструктуры системы квалификации. Ждем и будем над этим работать. Совершенствование механизмов взаимодействия работодателей, организации профессионального образования, ну и, естественно, повышение качества трудового потенциала.